Сегодня школа номер 46 подложила свинью телекомпания «Ника». О том, как это произошло, говорит директор школы Ирина Петеляева. Уважаемый Ростислав Петрович и вся телекомпания «Ника», мне бы, наверное, хотелось передать приветы, но я не буду передавать приветы своим друзьям и знакомым, но я хотела бы предложить телекомпании «Ника» провести конкурс предновогодний. От нашей школы я хочу передать подарок телекомпании «Ника». И так как мы ожидаем Новый год, год свиньи, хрюшки, свинюшки, я предлагаю сделать вот такую симпатичную заставку из нашей хрюшки-свинюшки, а городу объявить, наверное, конкурс на самую интересную заставку для телекомпании «Ника» вот на следующий такой симпатичный год. Ну, если игрушек в телекомпании «Ника» будет очень много, то мы найдем им применение. У нас есть такие дети, у которых игрушек еще мало, и, я так понимаю, мы сможем их им передать.